Всем привет, с вами Inform TV. А актриса советского и российского кино Галина Стаханова уже для многих, благодаря амплуа, стала даже немного родной бабушкой. И даже несмотря на почтенный возраст, Стаханова до сих пор с удовольствием получает новые роли и полна надежд на будущее. А ведь она уже разменяла 9-й десяток. О карьере актрисы Галина Константиновна мечтала еще с молодых лет. Свою первую любовь артистке довелось сыграть уже после 40. Это был небольшой эпизод в культовой ленте «Девчата». Но вот личное счастье у народной бабушки не сложилось. Но это вовсе не значит, что она была обделена вниманием со стороны мужчин. Одни из ее романтических отношений были с актером и режиссером Роланом Быковым. Однако он оказался слишком любвеобильным и заглядывался по сторонам, а Стаханова не терпела измен. Поэтому их отношения и закончились. Официально артистка никогда не была замужем, хотя в 35-летнем возрасте она все же стала мамой и воспитала дочь Машу одна. Женщина до сих пор не рассказала дочери, кто же ее родной отец. А Мария выросла и сделала нашу героиню бабушкой, родив девочку Елизавету. Сейчас артистка говорит, что главное счастье в ее жизни – это дети и внуки. Но и про карьеру она тоже не забывает. В прошлом году она снялась в двух картинах – «Нагиев на карантине» и «Мисс Полиция». А в этом году снялась в фильме «Красная зона». Интересно, что всего в ее фильмографии 212 работ. Согласитесь, немалое достижение. Пожелаем этой замечательной актрисе долгих лет жизни и еще новых вершин в карьере. Если вы ее помните, ставьте лайк, не забывайте подписываться и жмите на колокольчик. Удачи!